Магаданскую молодежь приглашают поучаствовать в творческом форуме. Возраст от 14 до 25 лет. Цель форума – развитие и поддержка творчества молодежи Колымы. Главными задачами является популяризация творчества, обмен опытом с целью профессионального роста. Образовательная программа следующая – мастер-классы, дискуссионные клубы, творческие лаборатории. Форум пройдет со 2 по 5 декабря 2021 года на базе ДЮЦ «Северный Артек». Подать заявку на участие можно на сайте АИС «Молодежь России».